Джуди, моя принцесса. О, дай хоть взгляну на тебя. Боже мой, ты стала совсем взрослая. Такая же красивая, растерянная, грустная, как в нашу первую встречу. Ты не представляешь, как я скучала. А как Айден? А? О, да. С возвращением, друг. Пройдемся? Давай. Я волновался. Тебя ищут. Пришлось убежать. Выбора у меня не было. Кто-нибудь знает про мой звонок? Нет, конечно, нет. Даже Нейтан. Стал бы я рассказывать, что встречаюсь с беглой преступницей. Много узнали об инфрамире? Они вбухали миллионы долларов в новый конденсатор. Он даже еще мощнее, чем раньше. Конечно, деньги на все это выделила армия. Работаете на армию? О, у Нейтана не оставалось выбора. Деньги были выделены на исследование возможного военного применения. Вот так вот. Я просила разузнать. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. Где она сейчас? Ее доставили в психиатрическую клинику сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. Мою мать держит в психбольнице 24 года. Почему? Что с ней? Этого я не знаю. Извини меня. Я должна ее увидеть. Джуди, я тебя понимаю, но она в психбольнице. Едва ли она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Джуди. Это спецклиника под усиленной охраной, а тебя ищут. Ты объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. Пойми, меня никто не остановит. Слушай. Ты очень сильно рисковал, помогая мне. Спасибо, Коул. Эй! Ты же не думала, что я тебя одну отпущу? Не нравится мне это. Не вернусь через полчаса. Уезжай. Чтоб я в машине отсиживался. Кол, стой! Вежливо попроси. Это всегда работает. Здрасте. Я пришла к Норе Грей.
Покажите разрешение. Ну, ладно вам. Это моя мама. Я ее не видела уже... Извините, без разрешения я никого не пропускаю. Эй, мы не знаем, где. Я выясню. Нашла. Нора Грей, 7-й этаж, палата 43. Пока неплохо. Ну что? Айда, надо открыть эту дверь. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Осмотрись. Охрана. Я слушаю. Айден, сзади. Не заметил. Должно быть что-то. Он слишком далеко. Я тебя Давай вижу, скорее найдем эту Айден.
Вот он ты. Я тут буду. Джоди, возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет. Может, не надо? Мам, это я. Джоди.
Помоги, Айден. Молодец, Нора. И у отца, и у матери есть дар. Вы понимаете, насколько важен этот ребенок? Ты не сможешь, Нора. Мы сами о них позаботимся. Так будет. Ты же знаешь. Нет, нет, это мой ребенок. Не забирайте ее. Я передумала. Верните мне дочь. Быстро. Нет. Унесите ребенка. Я хочу видеть дочь. Покажите мне ее! Верните мне ребенка! Я хочу ее увидеть! У нее особые таланты. Дайте мне знать, если вдруг случится что-то необычное. Увеличьте дозу, чтобы никогда не пришла в сознание. Прости. Прости. Все из-за меня. Что так? Что ты хочешь мне показать? Уничтожь этот мир. Айден, скорее! Мама, моя девочка. Моя девочка. Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джоди. Все думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Бесконечный ад наяву. Я ничего не могу сделать. Только ждать конца. Я тебя вытащу. Я тебя спасу. Слишком поздно, Джоди. Уже поздно. Я люблю тебя. Больше всего на свете люблю. И всегда буду любить. Мама! Мама! Прости, Джоди.
конденсера мощнее еще не было. Впечатляет. Нейтан. Джоди, рад тебя видеть. Я так за тебя переживал. Ты похудела. Вид изможденный. Но главное, жива. Пойдем в кабинет. Ну-ка, садись. Как здоровье? Да не очень. Голова еще побаливает. О, прости, я просил помягче. Но они боялись, что ты позовешь Айдена. Что произошло с мамой? Нора была не в себе. Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джоди. Лишь через много лет узнал, как все было. Где Коул? Дома отдыхает. Я знаю, он хотел как лучше. Не бойся, никаких последствий для него не будет. Почему ты не рассказал мне про маму? Зачем скрывал правду все эти годы? Я хотел рассказать. Но как объяснишь это маленькой девочке? Я заботился, любил и защищал тебя как мог. И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ? Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Я должна помочь тем, кто хотел меня убить? Я правильно поняла, Нейтан? Слушай, Джоди... Зачем мне тебя слушать? Ты с ними заодно. Зачем ты лгал мне про мою мать и приемных родителей? Ради денег? Или власти? Или славы? Перестань, ты знаешь, что это неправда. Я больше ничего не знаю. Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Если существа прорвутся, ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им, и от тебя отстанут. Ты знаешь, что будет, если откроются врата. Грянет апокалипсис. Ты можешь этому помешать.